Семена цветов Мизамелиантемум или Доротеантус. Название переводится как полуденный цветок, открывает чашечки в полдень при ясной погоде. Главным очарованием растения в изящных соцветиях, напоминающих ромашки, и алмазном блеске листьев на солнце. Отсюда и нежные названия, которые прижились в народе: хрустальная трава, хрустальная ромашка или солнышко. Как указывает производитель, высота растения 10-15 см, диаметр цветков 3-4 см. Цветение июнь-сентябрь. Приобрести этот товар и многие другие вы можете официально у представителя компании «Планета Агро». Ссылки указаны в описании под видео.